Ну, типа, рассказали же сейчас историю. Они сейчас выстроятся по линии. Там много колонок. Вот там две стойки, смотри, какие огромные стойки с колонками. Давай мы тоже устроим гонку на лодках драконов. У нас будет три надувных лодки и матрас вот этот наш. Нафиг нам нужна. За 100 рублей купим пиво и шашлык завтра. По традициям дня города в акватории реки Волги на лодках драконов соревнуются команды районов города Твери. Сегодняшний праздник не исключение, так что приготовьтесь громко-громко болеть за свой любимый район. Сейчас круг почета делает зеленый дракон. Зеленый дракон. Там халявщиков много. Московского района, барабанщик, тренер. Еще сзади рулевой. Ему не видно еще нифига там сзади. Мы любим Тверь. Мы в ней живем. В нее мы свято верим. Сейчас причалят. И в Тверь, московский наш район, распахивает двери. Мы гордимся тобою, московский район. Здесь мы трудимся, любим, мечтаем. Живем, мягким светом мерцают твои фонари в нестареющей, древней и доброй Твери. А вот там еще, смотри, там еще лодочка. И все, 4 дракона будет. Да, я думал, 3. За дверью ребята, Московский район. Разводит по милости, поле эфира, Московский район. Продукты ложат у нас на них тоже, Московский район. Да, чувак такой просто в такт наклоняется. В этой лодке вообще, смотри, 5 халявщиков, короче. Против течения. Стоишь, снимаешь, иди, греби. А мы сейчас поедем, сейчас будет вода. Сейчас будут, сейчас они проплыли. Сейчас они выстроятся и оттуда вниз по течению. Вот здесь финиш, видишь, написано финиш. А потом, Вань, будет шар видно. Вон, да. Я шар надуваю. Да. Вон вот там, где обелиск. Он целый день там был. Ну, может, на нем можно было покататься бесплатно. Только там очередь такая, что дракон. Не пролезет. Красный дракон представляет команду пролетарского района в городе Твери. Он на территории. Все знакомые дворы пролетарки и кирпичные красные арки, Престорождественский монастырь, мостовая извилистая тьмаки, здесь былая фабричная ширь, уходящей истории знаки. Ваня, мы не можем там пойти, потому что слишком много. Во-первых, мы смотрели стадион, но все-таки мы не будем смотреть стадион. А во-вторых, там все-таки раньше были серп и мова, а теперь наш герб Сорлов. Добрый день, любимый город, добрый день, любимый город, добрый день, любимый город, ваш город. Yeah.
морского дракона. Оранжевый дракон представляет команду центрального района в городе Твери. Сердце Твери, перекрестки дорог, звон колоколов величайный. Тюз, ДДМ, драмтеатра порог.